Мне даю ассист на ДК, ДК держит. Ну, я меняю ДК после каждых двух выпа, даю по грубому дефу под каждую, ну, под каждую хуйню, да и все. Ассищу на рейд, даю ассист на ДК танка. Сидите вместе, все по фильму. Вот нормально боб зашел. Технично, да? Да, спасибо. Да. Просто божественно. Понял, хуй кто сообразил, блядь, что надо делать. Чего? Говорю, никто не сообразил, что надо сделать. Да. Кинул, да? Кинул боб. До этого. На кота лучше кидай. Зачем на кота кидать боб? Кот не сможет бить автоатаку. Ну да, для этого и кидай. Я так иногда делаю на этих, на фуриках. Хитирает фок. Кто-то АФКш. За хит их тоже. Берите тотем. Квадрат. Глупцы!
Зачем вы сюда явились? Ледяные Крестники, Павша. Унесут ваши души. Что, Татьяна, расскажи мне, как ты сильно знаешь тактику на этом боссе, или ты не знаешь, чтобы я понимал, что мне надо будет ожидать тут? Мне фокус сейчас рассказывал, мы опускались на канал ниже. Ну и что он тебе рассказал? Не копить стаки, глыбы отводить, как мне скажут, следить, как все играют, и не слакать. Куда подносить метку на второй фазе, он сказал? Ну, мне сказала то, что скажет. Что скажет? Ну, метку надо подносить к левой ноге. Синдрагосе, блин, не дальше фрейма, то есть этот червоный кружочек, что под Синдрагосой, он должен быть на краю фрейма, когда на тебя кинется метка. И метку надо сносить еще от рейда, когда будет переходная фаза. И конусный ОЕ, который падает от бомб, действует на 90 градусов, то есть нужно будет выбирать такую дистанцию, чтобы тебя не задело это конусный ОЕ, когда ты прячешься за глыбами. Хорошо, спасибо. Теперь по вафе готовность. Димон, СС кому? Чё, фокус, ты пришёл? Готовы, начинаем БДК. Дима, СС кому дать? Скажу потом, куда, кого и как. Блин, 4 хила, хилы можете стакать, стак, если чё. Смотрим глыбы. Вниз глыбы Корсу, Фустом, Ориган, Англиф, Баба Бык, Марат Арис. Ой, Сансила с той звездочки и все, падает слева. На том же месте. Подбивайте крайние дальние склепы, по центральным склепам стоп. Это справа. По центральным, если бы вообще не бейте, отмени звездопад, сова. Смотрим. Между склепами падает, перебежаем. Пипец, ну что ты делаешь? Разбивайте склепы. Поднимайте лица. Сразу фулбаф Филипсу, скулапу, бег, хил хилишь, нет, 2 хила. Беги, малышка, беги! Жаль. Теперь бессильно!
Другой. Каут, не знаю, ангел по боевых доскам Фьора вниз. Также бегаешь, звездочки Сансила, смотрим. Справа. Между склепами справа, левые склепы подбивайте и крайний правый склеп подбейте. Крайний склеп подбейте, слева падает между склепами, ближе к склепу левому. Между, ближе к... Падает справа, близко. Не, не близко, далеко, но где-то по центру. Разбивайте. Пипец, гимн на хп. Синдргос. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. А теперь почувствуйте всю мощь, господин. Под босса. И погрузитесь в отчаяние. Ай, под босса милики ушли, ушли милики. Слишком близко подошел, скидывайте стаки. Еще тоже под босс. Босса калк, милики ушли. Разбивать. Не разбивать. Беги, малышка, беги. Смотрим. Убивайте и под босса сразу. РДД добивайте склеп. Фростмун под босса. Убиваем. Следующая в сторону Игеру. Следующая в сторону разбивает РДД Геру. Доскам в сторону, давайте Геру. Да, разбили. Еще под босса. Босса Орегано. Подал сакру. Не, разбивайте, скидывайте стаки. Теперь под босса не разбиваем. Калк под босса, милики ушли. Не разбиваем. Добивайте, 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 калп, уходи. Следующая в сторону и добиваем босс. Фростмун в сторону. Горители, обратите. Да обычно можно, конечно, тут никто не забирает. Полигос рольки. Матовый нового спек ролик. Или баба будет ролишь на мейн. Но. На хаприста вроде идет. Кольцо. Ну, первое время тоже нормально. А на дерево не как? Так, кому там покоритель нужен был обычный? Кому кидать? Кто там просил? Слезно. Сандина. Дерево тоже вроде идет. А что там героический так не топ? Пох заборол по приоритету. На роль. Или тебе нужен был небесный этот токен? Я не видел, что ты ролил. Ну героически я ролил.
Ну тогда пох, передай небесным. Дал я тебе токен? Да, вот сейчас кидает трейд. Отдал. Таня, в канал ниже спустись, я вкратце сейчас объясню тебе. Че я все расскажу? Чё, Джарён дивнул? Сейчас, дорогу. Патина я люблю пати. Лена, дай мне патину, друг. Дайте шкаф сумонить. Шкаф. Окей. Тут вот Баратрис. И шкаф. Поезд, дайте рыбу, пожалуйста, если у кого-то есть. Им рыбу, милите, будем бегать в квадрат. Да, звездочки. Пойдем спереди, чему. Труба, пойдем спереди, чему. Можете три шамана захилить? Лича, фу. Давай, Войт, спекайся тогда в этого хрена, в ретрик. По станам, как будет станет первая волна валик? Калк станет кружочек, я все печеньки, Дима. Ты что, треугольник не можешь поставить?
у меня макрос на метку печеньку написан. Ну ладно, тогда мифрейм будет станет печеньку, как будет станет ромбик, void будет станет треугольник. Это первая волна валик, на второй волне валик, фьора станет ромбик, я станю треугольник, и в трусы альтея кидаешь по КД пытку разума, даже дота не обновляешь, сразу в трусы кидаешь пытку разума, то есть еще я с командой отдавать гнев небес. Третьи вальки мифрейм. Калк Войд, как обычно, и четвертый Фьора, я и... Да, я все первые печеньки по стане умею. А что, Рога не станет уже, что ли, валик, или что? Говорю, что я... А, ты еще есть на туре. Ну, там будет станет треугольник. Чек на бафе готовность, дайте паску. Ну, я бы любую волну станет в пол. Отвлекаются. Так, готовы. По Роге дайте только каску. По Роге каску. Если ты мне каска. Каску по Рогу, у меня нету каски. Ты Рогой зашел. И лапу, бафните лапу, пожалуйста, бафните. Нет, ты напуливаешь первого духа и второго. Дайте, пожалуйста, лапу. Вот, отлично. Я кинул. Калк, ромбик, первая, я трусы, да, первая волна. Мы даруем тебе... Да. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Каску по шаманам дайте. Пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. А, доском заливаешь ману Гутерболу, а небесный отцогорцу. Герои, атаку! На переходе залейте, все, погнали. Милики перебежали в звездочку, речь. Ой, квадрат. Чума, смотрим. Чума, секунда, отец угорят сам себя. На РДД, милики, состоим. Прибежали, милики, квадрат, стали все в квадрат, уже стоим, ждем, личка стоит, заражение, захиливайте сразу. Чума, секунда, Фьора, сама себя. Диспел. Фрейм, ловушка, двигаемся, все двигаемся, двинулись все. Диспель, шаркарь, ахан. Заражение, захиливаем, шаркарь вылазит. Ловушка, перебежали в квадрат, РДД стоим. Шаркарь. Я вижу, блядь. Что-то я не вижу, что ты видишь, небесный, да, подними доску. Да, там был. Ну, смотрим. Ловушка будет сначала. После каста вордолака, все ближе к краю, сейчас идем. На нере не ловушка, все в квадрат уже, ну в черри, пусти все в черри. Ма, небесный, диспел с небесного, все, стали все на край. Альтея, сейчас будешь читать гимноману и ставьте тотем. Фигачьте гимноману и тотем. Саня, первого духа напуливаешь. Пара рассекающий. Доском поднимай мифрейм. Пора иду диспель. Тут так много вар. Прямо один, да. Забери духа. Я по диспелю, ребят. Ты мифрейм фулбаф.
описание этого духа. В нем. Дайте бафы по протопалу. Ставим все, квадрат. Квадрат ставим. Ставь каток под плеча сразу. Каток под плеча. Каток не работает сейчас. Ставь каток под плеча. Не надо говорить, что не работает. Где не работает? Бьем вай. Не. Все, отлично, добиваем баль. Возложение ДК танка. Выходи. Меча. Давай, Гер. Братья, стоим. Каток под меча сейчас дашь. В принципе, уже давай. Выходит к танку. Осквернение вперед плеча будет идти, вперед плеча. Снимали. Идите сейчас мастан. Все, погнали мастан. Все три. Медлил, дал стан точечный. Доксон далеко. Кружку заиграли по кружку. Вставляли плеча на краю. Бьем, смотрим осквернение, сейчас будет милик. Элла, давай сделаем ретаунд. Я заберу на секунду, забери с меня. Забери. Беги, малыш! И все, давайте беги! В квадрат. Все в квадрат, резче в квадрат стали. Резче в квадрат. Бича. Точечный и под каток. Каток под бича. Бьем все три бьем. Ромб не станет, мальчик. Станет, надо. Давай, ромбик, стань. Под кружочку РДД заиграли резче. Это лужи. Все отлично, бьем плеча. Да. Отстали. Разверни лича. А не, нормально. Так и стали в квадрат. В квадрате стоим. Вали будут нормальнее. Осквернение сейчас надо будет вынести только. Осквернение вынести из-под валь. Замедлил валь. Отец угорец. Валь. Всех трех валь бьем. По треугольнику. По кружку. Снова улетел по ромбику. Плеча. Кто улетел? Я. Страшно, смотрим. Будет выйти мирики. Все нормально. Стойте на краю. Никуда плеча. Смотрим осквернение. Встали и повалим. Ясно, падает. Ты чё? Вы такие, блядь, я ебу нахуй просто. Кто так осквернение вынес? Кто было последнее осквернение? Кто забил милизон? Бросать, Саман. Он не залил, короче. Ну, типа, он не виноват. Кто-то зашел потом. Там просто все стояли в этом, как обоссанные, бля, и никто не двигался. Я стоял рядом, я отбежал, бля, вообще налегке, ни одного тика не хапнул. Просто нехуй стоять, бля, на месте докастовывать. Лича, бля, тупые нахуй. Шаман там не виноват. Блядь, куча паладинов пали, блядь, как у нас, бля, в конце перед переходкой улетело две вальки нахуй. Почему печенька осталась на платформе, блядь, а две другие вальки полетели? Вы не можете дать станы, блядь, не соображаете? А там давали станы.
и почему-то была невосприимчивость. Ну, не так не, вам Паша, я не понимаю, понять кто. Типа... Могу понять, как гневом лупашит. Ну, я давал гнев только одну. Кто гневом лупашит? Лена, я просто тебе давать точечный стан. Точечный. Не я говорю, не я. Давал гнев только после точечного, ну, когда уже на краю гнева давал. Пускай вообще не дают гнев, я дам, если надо будет. Пускай вообще выкинут нахуй с панели. Да, в принципе, одного гнева хватает здесь. Гнев дамажит еще, недолго станет, не только станет, ему нужно бить вайп массово. Да там понты. Лучше под печать. Ну, ничего, опять, а это не понты. Нет. Лучше обычно так и побить. Чем ДКД терять. Так, Лена не станет гневом. Посмотрим, сейчас станет гневом. Даже валиком не бью. Да он пошутил. Но обычно тут протопаловского гнева хватает. Не знаю, что там была невосприимчивость. Может еще кто-то станет. Тибафы пороги. Каска порой. Надо подождать. Слышишь, Хант, на переходке сними так-то, блядь, там последний шаркар меня б не убил. Там он под берсой на 10%, и, блядь, иступление у него прокнуло. Ну, у меня стана не было уже на него. Филипец, отец огурец, вы готов? Это бесполезно, на 10% он и без заступления все шутит. Филипец? Филипец, ты готов? Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и... начни танчить с квадрат. Мы даруем тебе... Пошли чаю, все. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Погнали. Квадрат речь, когда стоим. По трэш Старфой, блин, лучший. РДД зоне переверни лича, Брутелла. Что ты делаешь? Почему я перебежали? К РДД зоне лицом поверни лича, не к мили зоне лицом. Ловушка. Перебежали РДД. Так, а чума сам себя кошим. Бьем. Ловушка. Мы РДД перебежали, Мирики стоим. Проводи все-таки, Мирика, проводи. Посты каст.
уже заливайте своим шаманом, РДД, мирики стоит. Стоит, ахашит ловушку. Да, я сама себя перебежал. Перебежал, смотрим. РДД, проводи мириков тоже. Кидай калк на этого. На канобу. Чума, смотри. ДД. Артвейдер чума. Иди вынеси, все, ближе к краю. Подходим, подходим ближе к краю. Перевели. Гимн на ману поет Баба Бык. И ставьте тотем. Эти лечили этого. Ну пиздец, ну. Ну разбежитесь, это вот Брутелло, протяни духа на себя, пожалуйста! Учила его. Только КДБ. На пульт. Я забираю. Сколько у тебя КД на Б? Мне резко подвесил, что в кану. Хотел тебя похиливать. Что? Забафайте его. Парик на протопале. Смещились на платформу. Сферу убили, РДД бьют духа. Бьют духа, РДД стали все в квадрат. Все, бьем лича. Стан, стан, все три стана. Ромбик, станьте я в вальке. Заиграйте. Все, лича бьем. Все, лича бьем, не давайте на край. Ой, на центр. Давайте, Гер. Мой первый стан. Точечный, я дам точечный. Ставь каток. Бля, осквернение в центре разлили, это пиздец. Все, давайте осквернение в сторону. Всех трех вай. Медленно. Ники гнева. Трусы заиграйте, в трусы, в трусы, в трусы. Сразу кружочек. Бьем лича. Осквернение на краю надо будет оставить, мирики, на краю стоим, смотрим осквернение, мирики. Я повел уже в центр, Фьора, осквернение. Давайте в центр, все, в квадрат ставим. Отличные станы даим, дадим. Всех трех вай бьем, точечные станы, всех трех вай бьем. Я в стане. Ой, я в этом. Бля, это пиздец, сливали в осквернение летать. Резче, 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 повалим, закрайте. Осквернение. Кружку дайте, по кружку, по кружку. Кусач, встанешь сам? Осквернение, да. На тебе квадрат. Фьора, очень плохо разлито осквернение, это пиздец. Небесный ясно, падайте, падайте, падайте. Лена, что это такое? Почему осквернение под вальки льются? Падайте. Хотя две вали, под ними разливается осквернение. Это я труп и шаман труп. Ну вот как так? Я лечу в валь, я ничего не сделаю. И я умираю.
Не снимаю, сейчас появится платформа. Там вас научить осквернение разливать или вам по 1000 ГП всем накинуть? На каждого перса. Тебе говорю не что рейд летели вальки в осквернение, тебе говорю, что две вальки, которые разбиваются перед осквернением, ретрик заливает осквернением. Я тебе про это сейчас говорю. Все равно что-то мало он бьет, он 70 тысяч должен бить. Ну что, жнец? Угу. Долбит по 44 куска, под клыком по 33, ну, прилетает, потом лещ еще всекает, блядь. Мало, нормально, блядь. Ну, может, просто тут что-то неправильно посчитано, просто тут написано поглощено 7,5 и 5,6 сопротивление. То есть если прибавить, это что получается? 55 тысяч. А исходный урон должен 70 тысяч быть. Что-то может не учитывается в рекаунте. Ну, для 25 гер. Для 10 обычки 50 тысяч. 10 гер, 25 обычка 60 тысяч. Это именно тычка вот эта. Да, заканчивается на тебе баф. Там такие проблемы, что ретаунить надо. Дайте фулбал в пороге. Всегда мечтал, чтобы у нас так он бил мощно, прям. Ты мазохист. У него тут и так дамаг порезанный. Да. Оскан, ты готов? Конец хваленой силы света. Как никто не улетает. Просто у протовара есть суперспособность на 6 секунд как раз. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Вот, вот ты это. Пройдешь через эти мучения. Она так спасает вообще. И будешь молить о пощаде. Я не буду. Да еще и следующую атаку ловит. Да, атаку ловит. И на 6 секунд капля, считай. И КД 30 секунд. Ну, она тупо под жнец придумана, походу. Да будет так. Миши. Я использовал ее на этом послании Кистанов и Патуана. Шакарь. Погадай, Мелики, стоим. Чума. Артвайдер. Диспал. Погадай, Меликов, тоже проводи. Дай Меликов тоже проводи. Чума. Отец уберет сам себя. Марк, да, проводи Меликов. Дальше проводи, очень далеко. Еще двигайся. Брат, стань.
арку еще с мили-зоны. Чума. РДД ловушка. Чуму смотрим. Проводи миликов. Куда давать Старфол, блять, под трешно? Да-да. Паплю калк на мифрейма кидай. Смотрим, ловушка сейчас будет, потом чума. Милики, все в квадрат рещи. Я РДД бью плеча, протопал на край. Фьора каплю на мифрейм. Женя, Альтея гим на ману, тотем ставьте. Все, наберите ренжу. Саня напуливает первого духа, Машека. Сливает этот трэш. Следующего духа бьем. Сразу следующего. Иду. Саня тоже твой. Сюда вожделак опустил, его заклеивает. По духу доиграли, РДД. Сферу добили, квадрат стали. Хан, лоб каток кидай. Вали и сразу стань. Вали, бьем только две вали. Две вали, бьем резче. Кружочек, треугольник. Осквернение, вышли сразу. Милики вышли, ничего тут не надо заливать под лечом. Ушли милики, и центр тоже не надо заливать. Фростмум. По... И Геру, сразу Геру давайте. Давайте Геру, бейте леча, все в центр. Квадрат, стоим, квадрат. Осквернение вперед плеча будете нести, вперед плеча. Прервали осквернение. Вперед плеча. Тоскан, все, бьем валь, все вали бьем, валь, бьем. По треугольник, по кружочку и по трусам заиграйте. По сам немного влейтесь. Я немного криво стал. Давайте в трусы, в трусам стан. Ромбик добивайте и трусы. Ромбик добейте 4%. Все, в трусы, бьем мяча. Не, не веди никуда лича сейчас. Не, бабабык. Все в квадрат. В квадрат стали все, в квадрат. Каток под мяча, каток. Всем валим сейчас стан. Все три бьем. Дать мне стан. Вернее, милики вышли все отсюда. Загурец. Плеча бьем на край. Все, давай. Стали все в квадрат. Каток под плеча, каток. Все хваль. Схватают. Милики, уже разбегайтесь, осквернение будет. Ромбик не осквернение, все, давайте. Мифрейм, давай еще раз. Гнев, давай пьем всех прикладов. Я знаю, что там нету станов. Знаю. Угольники и ромбик долей. Все, бьем лича, остаемся на краю.
Сейчас выйдем на переходку, дайте гель на ману сразу. Окей. Баба Вык споешь гимн на... Не, ежик с ней будет споешь гимн на ману сразу. Сейчас запрыгаем на платформу и давай сразу гимн на ману. Твой первый на пул, Саня, все, погнали. Твой второй на пул будет. Это и гимн говорит. Саня, твой третий, мой четвертый. Пробьем всех двух. Пробьем пушика. Сфера практически долетает. В ШП я вас напрягаю, бить духов. Бейте сферы. У вас 4 ШП. Давайте духа. Выходим на край. Лича забрал ДК, ДК, лишь забран, лишь на улице. Духа сейчас. Кулдаун, это вообще мало. Сейчас выйдем из комнаты, все РДД будут бить духа, все РДД будут бить духа, все милики будут бить лича, стали в квадрат. Захиливайтесь. Шаман. Скилл. Сахар. Марат, ну чё ты бегаешь где-то в жопу? Марат, вложение. За угол. Чё тут стоим? За угол. За угол, за угол. Бомба падает. Пробежали. Всё тут до конца. Все РДД сейчас бьют духа, милики лича, погнали. Осквернение разбить. На край. Дика. Давайте духа к личу и погнали. Так, тронг. Тронг уводи. Трон уводи. Ну что ты так медленно ведешь его к трону? Забери духа. Берите, берите его. Да, ну что ты так медленно это все делаешь? Хлопайте духов в шупе. Ой, это сквернение на центр. Идите все от центра. Идите СС на БДК. КД СС. А кого ты его давал? Брутелла, хиль. Квадраты, сразу за квадратом бежим. Хильтесь. Давайте шаманы хильте. Сюда ставим. По краешку бежим. Тут стоим хильте. За угол. Стали, стоим. Стоим, пока бомба взорвется. Не, бежи, не бежать вперед. Сакру. И за угол. Плюс 2. Я там каплю на блэд ДК. Он не будет походу этого. Выходим. До этого. Бейте лича. Альтея, Баба Бык. Присты не могут прожать на себя щит священный. И по 6,5. Алхильдь. Сова, уйди с под духом, нахуй ты стоишь, старфолд давать, ДПС нагонять. Нет, меня же в него. Трон уведи, лича.
квадрате стоим, последняя комната, захиливаемся. Давайте, сразу в квадрат стали резче. Тут стоим. Тут. Тут. За угол. Бежим, далеко бомба падает. Нормально. Отлично. Минус. Будет большой походу. Надо быть под баблом там или чё. Я спала, давайте бейте или чё. Сука, вот эта сова, Доксон, я понимаю, у тебя там ДПС, все охуенно. Но, сука, нахуя вот, блядь, Starfall, сука, с пула, блядь, Шаркарь в реге, ты даешь Starfall. Второй вылазит, ты спецом под второго даешь Starfall, блядь. Те эти циферки в рекаунте, блядь, ну, пиздец важны, блядь. Стоит под духами, до последнего дает Starfall. Нахуя ты это делаешь, вообще я не пойму, блядь. ДПС больше войда. Как бы я его обогнал. Знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить. Ты вот он, то фугус, ты тут? Это вот без шейма еще? Не-не, почему шейм есть? Что-то мало как-то набил. Я говорю, гальки хватали же. А? Не знаю, не помню. У меня одна тоже несла. Осквернение вынеси, тоже этот мир. Да и та, этот, лично. Ну, бегает, дурачок. Столько, короче, капель покидал ДК за бой здесь, бля, всякой хуни, это просто пиздец. Я так не понял, сейчас Ренивал будет собирать целка? Нет, сейчас твое, а потом его. Как я понял. Very nice. Совсем ёбнулись, нахуй. Вообще ебанутые. Кому не нужны эти целка, столько штук? РС там написано ЦЛК или РС. Кануп, собирай РС. Давай я соберу РС. Ну я соберу РС, кучень. Бати Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Говорил Ильич нормально въебывать стал этой хуйней. Нормально, да. Что ж ты как думал? Да, блядь, знаешь, что самое, типа, блядь, ну, дерьмовое. Незыблемость надо на ДК еще выносить на панельку, да? Да-да. Не, то, что, типа, этот самый, блядь, то, что клык, короче, не спасает от этой хуйни. Ты должен прожать что-то от магии и что-то от физа. Если ты просто клык прожал, то, конечно, он ёбнет нормально физурона. Да нет, ты не понял. Он, когда слетает с тебя, он наносит магический урон. Этот магический урон сразу ёбывает в клык 33 куска, блядь. Крис, где этот Крис? Один, но у меня 4 штуки их в сумке, героика, нахуй.
Рот, Глор. Не Глор, это Глор не надо? Отлично, на офспек. Блядь, почему я пошел рогой, а не паладином? Офспек, на офспек. Тоже никому не надо? Ого. На распыл. Глора на распыл. Давай вторую. Ретрику отдай какую-нибудь. Прошторм. Колем Глора. Да, бери этого, пятивезгса. Если Глора никому не надо, Жеря, то значит на распыл ролим. На офспек кому-то надо Глора. Фрошторм пишет. Фрошторм, да, его просил. Будет тончить. Её хоть камни вставь, блядь. Зов хаоса. Писали, что вы ролите на ФДК? Так они два в ФДК. Писали. Это оба ФДК? Тут я смотрю ДПС. Ниже кто-нибудь смеет. Так, смотрим. Фростторм. Сколько зов стоит? 468? Сколько ДПС на сушке был? 900. Ну это за фултик. Освещение, надо кому-то этот знак. Ба-ба-ба-бык. А блин, я не посмотрел поэтому. Ёжик в снегу, ба-ба-бык, калка. Калку дай, пожалуйста, ба-ба-бык. Затупил. Чё, конь? Конь. Да, пацаны, конь. Я его не кидал на ролл, чего его ролить? Все так что-то ролят, что делают. Сейчас подумаю, кому бы отдать коня, сейчас я разберусь с ним этим. Да он БДК отдай, натерпелся, бедняга. Ну давай дадим ханту. Он что-то делал, что-то ходит, что-то старается, но не напуливает в РС. Вот почему Артвейдер ты не напуливаешь в РС? Сейчас коня забрал, напуливать начнет. Да ты хреново напуливаешь. Как на пуле, там весь трэш с места сбежится. Идите на икон. Мне Wargreymar, пожалуйста, сделай порт. Чё ты канал? Резку собираешь? Сейчас соберу, да. Сейчас типа задачу сразу соберу. Зайдёте на ИП или не? Подбы никто не заходит, не писал же вроде никто. ИПшечку вашу. Идите.